73-я часть, друзья. Просто начну ее с того, что покажу, каким стал пулемет на 48 уровне. 67,4К. Огневая мощь. Ну что ж, продолжаем прохождение, которое выходит при поддержке wargame.ru. Ссылка в описании на самый крупный рейтинг игровых серверов. Не осталось совсем ресурсов из капсул, просто что все влилось вот сюда. 2550 капсул стоит на 48 уровень поднять. И сейчас мы попробуем отчаянно затащить 13 уровень. Но понимаем, что рановато. Комплекс маршала. Вот, давайте туда пойдем. Там это что новое добавили? У меня нету, блин, нужного количества заплатить. Так, а у нас, подожди, а у нас Каспер же должен сейчас выбрать локацию, он же сейчас хост. А, Каспер, нет? А ну давай комплекс маршала, плати за всех. Так, а у меня 400 осталось. Не хватает? Да. Попробую. Не пускает? Сколько там надо? А нет. Не, 4400 надо. А, нифига себе. Это... Вы, короче, поищи там, где точно перфора будут. Что-то такое. Гремучий город. Ну, там, скорее всего, вряд ли. Выжженный нетерный. Да, там, скорее всего. Давайте. Ой, подожди, я, по-моему, первый уровень поставил. Не, 13-й, все нормально. Снизу недра, сверху кедра, посредине лагерек. Что за прекрасное, прекрасные звуки льются творчество из твоего грязного рта. Как ты это любишь. Да-да-да. Первопроходец, у меня к тебе просьба. В горах есть старая геотермальная электростанция, которую мы бы хотели снова запустить. Чем больше у нас будет устойчивых источников энергии, тем скорее мы сможем встать на ноги. А насчет награды... На руки. В лавовые кальдеры упала капсула. Поможешь и нам, и себе. Я с радостью помогу тебе, Дана. Ну, давайте поможем с радостью. Это немножко читерски, что можно ходить вот так вот на чисто диперфора и повышаться. Хотя с таким, например, же уровнем мы не пройдем там, где будут обычные мобы. Это факт. Ну, будем по перфору повышаться. Это парень, пулеметик. Пулеметик стал не то, что разрывать. Теперь надо фармить капсулу не только на то, чтобы оружие, но и сходить. Ну, это да. Все сделано, чтобы ты просто из игры не выходил месяцами. Так что не выходи. Там же да, это Око Бури 40 тысяч стоит. Еще раз? Око Бури 40 тысяч стоит. С ума сойти. Око Бури это, друзья, самая главная и последняя Лока на экспедициях. Но я думаю, она там будет какая-то продуманная, там типа такой будет мини-квест. Я думаю, нет. Посмотрим, скорость покажет. А, еще не все? Ну, все. А что так сразу? Может и капсула будет сразу? Да, это будет самая лучшая локация тогда. Обычная, мать выводка. Зачем вы так показывали? Так пафосно, да, реально. Мать пошла просто к разработчикам и говорят, что вы только боссов так... Я тоже хочу красиво выйти. Ну ладно, говорит. Есть где попрыгать вообще-то? Нет. Что нет? Есть же.
овердрайв туда пишет. Тормоз теперь по 200 км выдает. Хорошо. Сейчас умру и умер. Вставай. Встал уже. Сам встал. Ой, сейчас выживу. Несложное, но жизни очень много. А у босса будет еще больше. Там вышел еще птичка прилетела. Давайте, может, птичку собьем. Где она? С запозданием. Еще кто-то прилетел. Еще одна. Так, еще одна. Надоели. А что меня так дамажит? Не хочу ложиться. Сейчас лягу, прилягу. Нет, странно, знаешь. Но все равно все экспедиции придется на 15-м проходить для статистики. Там будет статистика, на каком уровне какая экспедиция пройдена. Ну, если до конца раскачаемся, помогите мне. Только не падайте все. Помогите человеку подняться. Спасибо. Опять птица прилетела. Давайте уже, наверное, мать добьем. Ай, я упал. Подними-ка. Поближе. Смотри. Все, мать, все. Вот это оружие, которое ты улучшил за 2550 очков капсул. Смотри на следующей продаже, случайно продай или разбери. 100%. Вот тут поджечь вот этот сухостой, а? Проваливаться надо будет. Кастрик будет хороший. Проваливаться надо будет. Прыгаем. Хоть что-то новенькое. Надо было кому-то наверху остаться. Выкидывать гранаты. Мне хочется на ужин из KFC ведерко острючей курочки заказать, а? Чтобы потом в туалет было бы нахрен. Чтоб горячо потом ходить, да? Да-да-да. Поджигало. И лед прикладывает потом. Я пойду, наверное, положительный отзыв на KFC напишу. А как конкретным описанием этого процесса? То есть детально имею в виду. Ну, детально это ты пишешь. И фотографии приложу. Раскаленного. Отверстие. И отверстие, и продукта, полученного из него, да. Писать до и после, да? Можно такую группу ввести в инсте, то есть какую-то еду брать и делать фотки до и после по всей еде. Там много как-то всех. Я упал. Встанешь? Да. Ой. Ужина, давай, вставай. Надо убегать. Малочки, вообще они. Им уже тесно тут. Эти так застроили. Так. Ай, я упал. Вставай. Должны все свои разрешения потратить.
чем было проще. Жопе, наверное, надоед сейчас. Ну, может быть, но я сейчас пока еще тут как-то борюсь с мелкими. Потому что... Именно благодаря мелким я могу держаться с оружием хорошим. Да что ж такое, а? Алло, упал опять. Ты уже вставал, да? Да. Сейчас, Каспер, пытайся поднять, я бегу. О, блин, мне бы выжить тут. Да что ж такое, а? Где вы там? Ой, блин. Внизу или вверху? Я добегу туда. Я посерединке. Вставай. Опачки, отлично, отлично, живем, убегаем. Не сдаемся. Вожака можно доработать. Хотя бы одного, есть, хорош. Патронов нет. Так, надо убегать отсюда, убегайте. Да что ж оно виснет, просто такими фотографиями идет. Жоту. Слайд-шоу, понимаешь? Поле чудес какое-то. Ползун. Надо выключить сначала всех вожаков. Давайте этим заниматься. А что ж такое, мое время ложится, похоже, пришло. Может и нет. Так. Вот вожак, вожак. Тяжело. Я упал. Ай-яй-яй-яй-яй. Живите, блин. Не могу. Убегай, а, Каспер, ты. Да вставай. Я не могу. Давайте еще разочек. Вещи соберем хоть. Ну да. Зеленых вещей надают. Давайте попробуем. А, там убежать особо не получится. Мы же там проламываем. Каспер опять на первом месте. Ты с ума сошел? Где на первом? А у меня не показывает даже статистику. У меня 26, у АДФ 29, я 30. У тебя корона была. Так потому что я хост. А, это не кто на первом месте, а кто хост. Конечно. Ты придурок. Игру не знаю совсем. Съем. Так, ладно. Там надо не рассасываться, там надо найти какую-то начку и по одному их там пилить, ну куда-то вот забежать. Там надо не рассюсюкивать. А можно рассосаться, конечно, это да. Так, ладно. Даже если мы пройдем тот экран, не, надо, наверное, идти еще на предыдущем уровне, добываться и вещи прокачивать. Он убил меня. Давай. Я думал, тут мелочи есть, но есть. Птицу. Я птицу стреляю. Порядок. У нас сейчас тут как раз ошибка в том, что вот все вожаки, они все коцаны, а ни один не убит. Мы били кого могли. Это что оно в суете и в панике. Тут тяжело группироваться, но... Это было бы неплохо. А, сейчас эффектная мама. Да. Блин. Что
патронов нет. Что мне патроны? Переспаунится или нет, я не пойму. Я упал, встать не могу. Не можешь? Нет. А чего? Потом сам вставал. Поднимай, поднимай. Хорош. Сам. Ну, тут теперь просто дело времени. Долго будем ее валить? Мы долго. Я упал. Я упал. Давай по порядочку, Каспер. Давай, 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 давай. Хорош. Птица вылетела. Даже умом и сообразительностью здесь не отличается. У меня все план. Что ж вы творите, а? Сейчас умру. Да, упал. Подними. Каспер, ты. Я с птицами пока отвлекаю. Уже две. Давайте птицу поубираем. А еще есть возможность. Ну, по птицам помолки тут. И досталось одной. Вторая. Походу винтовки кончились. Поднять, надо поднять. Хорош. Я упал. Туда-сюда бегает. Да что ж такое, а? Я упал. Да вы что, издеваетесь? Давай! Да не могу. Ко мне! У, встых. Нет? Да ладно. Оно от нас не убежит. Все нормально. Ладно, сейчас тогда все-таки пойдем еще чуть-чуть побегаем на предыдущих. Давай, давайте прервать. Как давайте. А кто-нибудь до 48 уровня-то хоть один предмет прокачал? Ну да, у меня дробаш 48-го. У меня винтовка, но надо, чтобы все вещи были 48-го, тогда мы сможем что-то делать. Давай, выбери любую. Быстренько сбегаем еще в этой части. А потом пойдем на прокачку. 12 или 13? 12. Так, что тут еще у нас есть? Ну, сюда. Мне хочется моды третьего уровня в вещи понаходить. Для этого надо желтые вещи, их ночью без огня не сыщешь. Арки Еноха. Там арочка. Арки Еноха — это неплохо. А ты спать идешь потом, Адеф, или еще нет? Иду, конечно. Не, ну после того, как закончим часть. Я просто думал потом
перекусить и еще, ну, пофармить. Просто будешь ты или нет, с Каспером мы-то еще побегаем. О, можно попробовать, да? Че там, до утра тебе еще времени много. Я вот опять интерфейс пропал. Ничего нового. А испытание начало. Я читал, что вроде это баг такой, что интерфейс пропадает. Они исправили вылеты, но не исправили вылеты. Исправили. Каждый раз их исправляют. У меня вот ни патронов, показаний, ни здоровья, ничего нет. Жесть. Аж зубы стучат от вибрации. Может, они бесконечные стали? А тут выключатель есть. Я сомневаюсь. Постарайтесь выжить. Ну, у меня радар хотя бы появился. Ну, так потихонечку все появится. Двенадцатый совсем приятный. Да, хотя до этого еще на 11 разрывали. Ну, просто докачаешь свой дробовик, он у тебя будет по чуть-чуть космический. Да. Я понял, что это задание, нас тут убивали. Да. Ух. О, боли. Тогда, по-моему, дальше этого места и не прошли. Ну да. Надеюсь, хоть сейчас пройдем. Должны. Ой, да как так-то? Как же? Я! Так сосредоточены, напряжены, молчат, пулеметы строчат. Адеф уже спит. Он где упал? Что, издеваетесь? Я встал. Эскулап уровень 5 мне дали, я не знаю за что, но дали. С матерью выводка на еноке. Это было проще сложного. Но сложнее легкого. Да. Да, неплохой. В центре механизм обелиска. Тут можно пройти? Я чуть себе ноги не сломал сейчас. Мне даже субтитр не появляется, представляете? Ну, я тебе так скажу, постарайся выжить. О, это опять сейчас этот камень защищать, да, надо? Ну да. Я уже стоял в камне. Ух, тут вожаков зашло. Куда столько? Я одного неплохо был перекос, неплохо. Я должен это признать.
Еще. Чё? О, попёрло. Подло. Довольно подло. Так как так они не дали патроны восполнить? Ничего там. Чудом восполнилось. Юдом. Рыбой китом. Страшно. Босс и мелочь. И босс. И сложность. И такие. Я упал. Давай. Нормально, нормально. Ребят, поднимите. Так, матч в конце. Она одна осталась. За камушком упал. Угу. Поднимешь? Да. Ой, наволочь пошла. Пушистая. Кончатся патроны. Ставьте маленьких, пожалуйста. Ах, все, как патронов нет. Жесть. Стыд. Ну ладно. Нет, ушел мое время. Ушел в откат. Теперь я упал. Поднимите, не? А. Каспер, ты сейчас ляжешь. Я тебе еще лягу. Раз. Я тебе еще раз говорю, ты ляжешь. Не встанешь. Все? Вероятно. Отвечаю. Собирается буря. Надвигается буря. Надвигается буря. Этот колодец. Он вызывает бурю. Колодец, колодец, тут будет скиталец. Агрессивные такие, понатращивали зубов. Кусючие. Пошла мясорубочка. Рубомясочка. Рубомясочка, рубомясочка. Просто скитальца. Резочка.
бегут и убивают. Да хватит за мной бегать, отвалить мне. Не надо бегать за тобой, я хоть спокойно постою. Ну этим хоть в голову легко попадать. Не ай. Голова больше. Что это? Ай. Ай. На пятку наступили, больно. Ай. Получила, так получила. Совсем получила. Вставай. Так как же виснет? Да что ж с пингом, а? Я жду мелочь. Бо я без патронов останусь. Можно я как с капсулы сюда стану и уйду? Как больно. Так, ну чё там? Я вообще бесполезный сейчас на данный момент. О, кто-то вышел. О, отлично, отлично. Мелочь. О, это эти вылетели. Гнус. Неприятно. Ой-ой-ой. Подними там его каску. Я сам встал. Иди сам, давай. Хватит или не хватит? Не хватило. Значит, с винтовочкой будем работать. И наволочь пошла. Ну, чтоб вас разорвало. Ждал полчаса. Падение? Нет. Ой, не думаю. Он убил меня. Кто-то поднимет, нет, или вставать? Ой, вряд ли, конечно. Не, убегай. Я упал. Бегу. Ой. Да так виснет, ну это жесть, просто оно... лагает, фотографиями идет. А, я сейчас умру. У меня дичайший лаг вообще происходит. Плюс один, сейчас еще отконнектит. Ды. Я спорил, я даже бежать не смог оттуда. Да снять. Поднять там кто-то сможет, нет? Ну, вероятно. Я уже тоже валяюсь, уже все. Что, издеваетесь? Вдвоем валяетесь? Ды, уже все, поражение. Чисто пораженческая часть. Да ладно, труба тут просто замес. Закрывали. Выжил. Ну веди их туда, потом кого-то по одному поднимешь. Я буду вякать, что нужно позже. Давай, Е тоже колбасит, Дэв тоже там, чтобы отвлекать его. Труба за тобой, толпа там такая. Ко мне беги, ко мне, не к Дэфу. Потому что он первый, и тебя там нагреют. Давай, пошел. Сам. Можешь. Хорош. Все, давай следующий кружок навернем вдвоем. Выжил. Ды. Сейчас я немножко тут... расчищу их. Да что ж творится, а? Ты вожаки. Я мертвый бегаю, что ли? Ну да. Я мертвый бегаю. Вот это лагерь. Я уже бегаю. Так, адеп включается в игру. Ты видишь, что я бегаю? Ай, бьет, бежит. Я могу сквозь ребят тут бегать. Мне очень нравится. Интересно, ты можешь мертвых поднимать? Вряд ли, я ничего не могу делать. Подбеги ко мне, я тебя положу. Иди сюда. Иду. Иди. Давай, подбегай ко мне. Ай, блин, не могу, потом. Да я побежал дальше. Капец. Это честно, надо выкладывать просто. Каспер, привидение, летает.
О, спасибо, братюня. Мертвым побегал. Шикарно, я такое вижу, первый раз в жизни. Самый полезный баг сейчас. Да, 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 точно. Мы будем приходить к вам мертвыми и все равно будем вас убивать. Ой. Надоели. Вожаки это просто. Давайте я пока тут больших. Ай! Держу. Я глупо. Немножко проредили. Молодцы. Пять мелочь вышла следующая партия. Вместе с вожаками, со всеми наворотами. О, надавались. Еще мамка вышла с ними, прекрасно. Эти большие есть, так еще и мама теперь есть. А я упал. А что папы нет? Можешь подбежать? Ой, а, я сейчас тебя подниму. Вероятно. Нет. Убегай. Убегай, убегай. Их уже двое здесь. Ну что там, подняли, нет? Не, да. Я сейчас больших уведу. Давай, а я отсюда подойду, попробую поднять. Мамка, блин, через всю карту напрягает, жесть. Бегу к тебе, адеп. Бегу, бегу, бегу. Давай. Две матери вывод. Да, надо убить вот этого, который не мать. Который уже под гаршами конкретно. Полин который. Давай. Я побежал. Он почти уже там. Сейчас умру. Ай, как же так? Убили. Да что ж такое? Ладно, сейчас не расслабляйтесь. Угодите их от меня. Я упал. Ну сейчас Каспер. Может быть. Ко мне подбежишь сначала. Не туда ты пошел, ну ладно. Ай-яй-яй. Беги, беги, беги. Ко второму беги. Этого пропускай. Давай. Давай, 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 давай. Ну, бляха-муха, не, 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 не. Беги, еще кружочек наверни. Бегу, бегу, бегу. Не получается, Каспер. Они так неторопливо за ним идут все. Угу. Ладно, давай Адефа. В этот раз первого. Не второго, а первого. Вот этих ползунов. Ползун. Так как так? Беги, беги. Беги, 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 кружочек еще. Давай, наворачивай. Еще... Нормально, все нормально. Сейчас там по центру мамки. Ой, парень, ой, живи! Ой, ой. Просто на последнем издыхании. Может, ты мертвый будешь бегать еще. Ты мертвый просто не поднимешь. Так что. Мне нужна помощь. Мне нужно. Ко мне беги, ко мне, не к нему, ко мне. А не близко, парень. Ко мне. Давай, 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 давай. Давай. О! Да. Кружочек, кружочек пошел. Оп-оп-оп, спортом занимаемся, кружочки наворачиваем. По-моему, мы в этом месте уже это, в прошлый раз заканчивали. Пойду от этого подниму. Я попробую, давай, я попробую этого исполина завалить, он задолбал. Я одного убил, парень. Одного смог положить. Ты в Адефа не стреляй. Как не стрелять? Его надо держать в тонусе, как это еще? Это такая терапия. Есть. Как? Как не стрелять, когда он туда ходит? Ой-ой-ой. Почти-почти, да. О. Есть. Есть еще один мамы. Да что ж такое, лег. Смотрите, о, осторожно, они наделали этих кругов. Там до тысячи, поднимите кто-нибудь. И давайте сосредоточимся на одной из них. В круге не стой. Осторожно, не надо, потом.
прыжок пробежать надо. Хорошо, что у мертвого скилл откатывается у меня. Ну да. Это минус, конечно. Я чисто автомат от меня остался. Адеп такой некромант подошел. Надеюсь, на вообще больше не будет. Будет, будет. Вот давайте эту маму, которая со мной, у нее хоть что-то отнято. Ой, хорош, вот сейчас прям ей она в наволочь пошла. Ну, опять же, надо всю наволочку вожаков попередить сначала. Две мамки, это ужасно. У одной мамки половина жизни. Нормально, нормально, ребят. Работаем. Давай, 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 давай. Хорош, первая есть. Подниму. Давай. Я держу вожака пока. Давайте вожаков сначала. Так, как так? Вы чё там? С ума сойти. Так больно было. Ломаем, ломаем вожаков. 405к, на! Есть, хорош. Так, надо тех доломать. Там больно уже Касперу. У меня аж подушки стоял бы. Застрял совсем. Ломаем, пока застрявшие. Есть. Прикольно, что вожак застрял. Тут вообще в этой миссии столько веселого было. Ну, вообще. Сейчас под конец дисконнектит кого-нибудь, вообще будет красота. Тебя, например, дискот. Да какая разница. Ну тогда, когда тебя дисконнектнуло и я был шапком, вылетели птички. Наволочь пошла. То мы продолжили игру как бы под этим. Ну это да. Бьют. Птичек ломаю. А ты говорил, больше наволочи не будет. Я ломал стрица. А, блин, где поприветить можно? Да. А, сейчас кружочек, наверное. Тут уже осталось пару птичков. Да ладно, откройте капсулу. Награда получена, экспедиции уровень 4. Ну, фу, всех поздравляю. Пойди под мышки помой. Да, пускай попахнет. Он излучает энергию аномалии и вызывает бурю. Вот откуда вибрация. Ну, я хоть убедился, что не спятил. Беги оттуда. Первопроходец. Доступ разрешен. Доступ разрешен должен быть с самого начала. Не дай бог, желтая вещь не выпадет. О, она желтая. Не выпала. Желтая, мне штанишки выпали, да. Желтые, ура. Наконец-то, а? Может, у них хоть что-то сладкое будет. Так как же хорошая лагает, а? Лока, но погонистая. А Дев нашел слоновую кость. Каспер, ну, нашел, да, дезинтегратор. Получается, получается процентный шанс для всех един, что ли? Ну да. Действительно, что заморачиваться? Примите там, пожалуйста, потом посмотрим. Отклоните, пожалуйста. Ой, сейчас. Алёха заснул случайно. Я на эту кость смотрю. Это шлем. Шлем. Бег. Я сейчас гляну, что за... Чтобы перейти на бег, используйте Shift. Спасибо, ладно. Мэдисон.
Зачем тут ходьба вообще, я не понимаю. Это просто издевательство было сделать. Надо было еще ползком передвигаться. Ну да. Ничего себе, я 63к надамажил. Отсыл тут дамажил. 63к, точнее. Времени проведено в состоянии при смерти 303 секунды. А у Каспера сколько там, вы сейчас не выключили? 53. У так, Каспера. Ну, о, станишки на 8000, парень. Ну, они... В них моды говно, извините, конечно, за мой французский. Оружие разрушения, зона поражения взрывов увеличивается на 33%. Кому это надо? Ну, это такое, такое. Хотя посмотреть, как они выглядят. Ну так, поверх ботинок. Ах, не самое лучшее, что могло бы выпасть. Друзья, на этом все. Все, надо немного передохнуть, а потом мы, конечно же, продолжим, подкачаемся. О, награду может забрать. Давайте заберем награду. Напарников реанимировано 250. Дезинтегратор. Эти вещи надо будет сделать. Со случайным пройти экспедицию и вот это, и тут будет... Шикарно. Но спасибо, что были... С нами, посмотрели, как бегает мертвый Каспер. Лежит мертвая Дэв, да? Да, да, да. Скоро продолжим.